Зло Амитивилля возродилось заново, чтобы объединить все проклятия в одном месте. Долгое время этот мотель был заброшен. Что заставило его вновь открыть свои двери? Вы думаете, что оказались здесь случайно? Это не так. Мотель сам выбрал вас и привел сюда. Проклятые места — это байки. Он будто следит за мной. Мы вас ждали. Жуткое зло заперто в этих комнатах. Оно чувствует страх, и оно заманило нас, чтобы освободиться. Твоя комната готова. Надеюсь, тебе не будут сниться кошмары. Тайны проклятий каждой из комнат — части одного пазла, и только составив их вместе, вы сможете найти выход. Если не сумеете выбраться до утра, то останетесь здесь навсегда. Ужас Амитивилля. Мотель призраков. В кино с 25 апреля.